Как в летнее время защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей и приобрести ровный красивый загар, подскажет наш эксперт в области косметики Варвара Мечкова. Мне бы очень хотелось сегодня рассказать о таких люксовых брендах, как Dior, Givenchy, Guerlain и Lancaster, где фигурируют солнцезащитные линии и средства, которые подчеркивают загар. Летнюю косметику можно условно разделить на 4 группы. Средства для загара, после загара, искусственный загар и декоративная косметика для бронзовой кожи. Средства для загара можно подразделить на кремовые и на маслянистые. Существует спрей-масло, которое мы наносим на подготовленную кожу. Хотелось бы отметить, что масло для тела необходимо использовать для тех людей, которые уже имеют легкий загар, потому что масло притягивает больше солнечных лучей и может вызвать дополнительный ожог. Также хотелось бы отметить такое средство в Dior, как Желем де Менуи. Он распределяется по телу, тем самым обволакивая тело легкой вуалью аромата и создавая мерцание и блеск. Также он относится и к защитным средствам для волос. Нанести легкими движениями на волосы, волосы становятся более защищенными, увлажненными. Некоторые средства созданы специально для чувствительных участков кожи лица. Особое внимание также стоит уделить зоне вокруг глаз и губ. Марке Dior дается рекомендация крем вокруг глаз и вокруг губ использовать тот же крем, что используется на все лицо. В Lancaster существует дополнительный Skin Flash кисточка, которая позволяет лаконично или локально наносить данное средство, если вы хотите дополнительно защитить ту или иную зону. Для тех, кто ведет активный образ жизни, марка Lancaster предлагает специализированные средства для мужчин и для спортсменов. После дня, проведенного на солнце, необходимо использовать средства после загара. Существует линейка более легкая, это для лица, и более плотная, это для тела. Ваша кожа успокаивается, снимается покраснение, стресс, и ваш загар будет долгим и равномерным. Приобрести красивый золотистый оттенок кожи можно и без солнца, с помощью автозагара. Однако для получения равномерного цвета перед применением необходимо тщательно очистить кожу. В линейке Dior существуют два оттенка. Это ирис оттенок, это более насыщенный, темный оттенок, и натурель. Помимо того, что загар проявляется равномерным, он также равномерно и смывается. То есть у вас не будет пятен на одежде и на теле. Практически все марки люкс к летнему сезону выпускают средства декоративной косметики, которые созданы специально для загорелой кожи и дополнительно подчеркивают загар. Марка Givenchy – гель для тела, который придает коже естественное сияние и возможность подчеркнуть бронзовый загар. Следующий момент, который мы хотели бы отметить, это спреевые пудры. Нужно встряхнуть, чтобы пудра распределилась, и распределить на расстоянии 20 см от тела. И обязательно равномерно распределить рукой. Можно использовать на лицо. Это средство можно использовать на тело. Это средство можно использовать и на ноги тоже. В летнем макияже также можно использовать подсвечивающие пудры с SPF-фактором. Dior подсвечивающая пудра Summer. Здесь собраны несколько оттенков. Вы можете придать разного рода свечения на все лицо, но, конечно же, зону декольте, которая будет мерцать и подчеркивать ваш загар. Подобные пудры и румяна представлены и в других марках. И напоследок важное примечание. Следует помнить, что автозагары и декоративная косметика не дают вам 100% защиты от ультрафиолета. Поэтому для пребывания на солнце необходимо всегда пользоваться защитными средствами.